для грузовиков. Крайне правая полоса теперь для машин без водителя. Заявляют разработчики, эти машины гораздо внимательнее человека. За это отвечают десятки различных камер и датчиков. Только на бампере их 4 штуки. Вот лидары с помощью инфракрасного луча. Они способны обнаружить цель в расстоянии до 250 метров. Водительское сиденье в этих тягачах всегда свободно. Машины управляет искусственный интеллект и оператор. Камера видеофиксации. Первая камера расположена для считывания полосы движения. Он адаптивно понимает, какая есть разметка для обгона и учета работы ПДД. Вторая камера уже снимает знаки ПДД, которые расположены непосредственно по дороге. Когда разгоняться или поворачивать, автомобиль не спрашивает человека. В системе проработана математическая модель трассы М-11. Дорожные знаки, разметки, пешеходы. Робот-грузовик видит все объекты дорожного движения. Полностью отечественную систему разрабатывали на КАМАЗе. С открытием дорожного хода летом беспилотный коридор стал непрерывным от Москвы до Санкт-Петербурга. Старт движению по видеосвязи дал зампред правительства Виталий Савельев. Он отметил высокую роль цифровых технологий во всех сферах. Идет активное развитие цифровых технологий. Тот, кто сегодня не занимается искусственным интеллектом, цифровизацией, это путь в никуда. Уже все отрасли транспорта, мы наиболее чувствительны к таким решениям, они давно сделали задел, и мы имеем довольно глобальное развитие в этом направлении. Отечественные разработки уже зарекомендовали себя. Только за полтора года по этой трассе беспилотники без аварий проехали более 3 миллионов километров. Система работает штатно при любых погодных условиях. Дополнительно мы обеспечиваем внешний